Друзья, всем привет, с вами Яков, и я вас приветствую на своем канале. Сегодняшнее видео будет очень короткое, и оно чисто для информации. А проинформирую я вас, или проще сказать, отвечу на вопрос, который вы часто задаете. И один из этих вопросов как раз таки касается некроманта. Заранее скажу, нет, пока информации о дате выхода некроманта и его стоимости нет. Но зато уже известны плюшки, подарки, как хотите называйте, которые мы получим, когда приобретем этот некромант-пак. Итак, первое, это у нас питомец-голем. Такой красненький маленький голем, который будет нашим спутником в мире Санктуарий. Далее это крылья Стража Склепа. То есть это те крылья, которые я вам показывал на аватарках предыдущих моих роликов, но теперь вы их можете лицезреть. И если у вас закралась в голову какая-нибудь мысль по поводу этих крыльев, то да, эти крылья похожи на крылья Трангула. Только те красные, а эти, ну как те они, белые, наверное, серые. То есть они одинаковые, только отличаются красным. Ну и следующее, это у нас будет новое знамя. Ну точнее не новое, а это просто иллюстрация новая. А знамя это тот предмет, который располагается постоянно у нас в городе. И тот маячок, который мы используем, когда играем в пати великих порталах. Ну или нефалемских порталов. Ну в принципе там, где вы играете. Далее это рамка некроманта. Ну а также новый флаг. Флаг мастера крови. Так что некромант, ребята, вот-вот-вот скоро уже будет. Я более чем уверен, что это все-таки будет 11 сезон и это июль месяц. Но более подробно я вам сообщу, когда будет какая-то правдоподобная информация. А пока вот такие плюшки. Но зато теперь вы будете знать, что вы получите, когда этого некроманта вы приобретете. А я на этом моменте свой ролик буду заканчивать. Спасибо за просмотр, я надеюсь, он вам был полезен. Мне же остается с вами попрощаться и пожелать удачи, нефалимы. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока.